Из Сум нас папа довез до Лубны, Полтавская область. Потом мы сели на поезд, доехали до Львова. Во Львове у нас старший сын. И, ну, он уже 22 года, он уже не может выехать. И он нас с младшими детьми привез на границу и пешком перешли. Ну, в Сумы у нас первый день... Они шли колоннами просто. Через окружные села, через этот... Ну, у нас их в течение первой недели так отбили от города и не пустили в город. Они так полуокруженный город. Стреляют. Ну, дети, мне казалось, дома были спокойны. А сейчас, когда мы попали в спокойную обстановку, они пугаются всего, что бахкает. Закрываются двери, машина где-то громко, на вокзале поезд тормозил. Мы подскочили, думали, что бомбы летят. Я никогда. Я много путешествовала по свету, но я никогда не думала, что я буду беженкой. Мы победим. Мы все равно победим. У нас остались все дома и все с мыслью о том, что мы победим. И на Пасху будем дома. Все. Мне 56 лет, я работаю в Эстонии уже 11 лет водителем-дальневозчиком. Поскольку Сумы 50 километров от российской границы, то с самого первого дня город находится в окружении. Активные боевые действия, по моим данным, не ведутся. Есть какие-то ночные вылазки терробороны или там местных партизан, они немножко... палят технику, жгут российскую. Но активных боевых действий, такого ужаса, как, например, в Харькове или в Мариуполе, такого у нас, слава богу, нет. Это надо и комментарии давать, я комментарии давать. Сумы. Улица Спартака. Моей семье удалось эвакуироваться в один из зеленых коридоров. Они попали. И уже, я думаю, около трех дней, как они зашли в Польшу, и сейчас находятся у нашей знакомой в районе Кракова. Это моя родина, это моя земля. И я не могу оставаться без... Ну, к этой беде, которая пришла на мою землю, я не могу оставаться так вот, просто смотреть сдалека из-за моря. Я работал все время в Швеции, Норвегии, я позвонил в ассоциацию украинцев в Таллине и предложил свою помощь, спросил, что я могу делать, любую работу, хоть даже идти на войну, хотя я не есть военным человеком, попросил куда-нибудь меня определить. И они в скорости позвонили мне и предложили вот эту миссию гуманитарную.